Вихід Сполучених Штатів з ядерної угоди. Саме про це президент Росії Володимир Путін говоритиме зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Речник Путіна Дмитро Пісков на брифінгу заявив, що зустріч має відбутися 11 листопада у Парижі під час урочистостей з нагоди 100-річчя кінця Першої світової війни. Пісков не став розкривати деталі майбутніх перемовин, однак повідомив, що сторони також обговорять питання стратегічної стабільності. Раніше Дональд Трамп заявляв, що США вийдуть із договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, оскільки Росія постійно його порушує. Москва не забарилася із відповіддю. МЗС країни-агресорки кажуть, що будуть нарощувати свій ядерний потенціал через нібито провокації з боку Америки. Що ж, детальніше про це поговоримо з Сергієм Толстовим, експертом із міжнародних запитань. Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Отже, як ви вважаєте, чи домовляться Путін з Трампом, так, і чому саме в Парижі? У Парижі, тому що Путін з європейцями, з Макроном і Меркель підтримує все ж таки робочі стосунки. Байдуже, що вони кажуть один про одного, але принаймні образ і якихось заяв, які б ускладнили особистий контакт, не відбувалося. Ну, окрім цього, Франція, все ж таки, порядно ставиться до історичного минулого і таким чином реабілітує участь Росії, Російської імперії в Першій світовій війні. І вперше в цей день, 11 листопада, в урочистостях брати на участі російський лідер. Тому що до сьогоднішнього дня є певна традиція, що 11 листопада – це день пам'яті загиблих воїнів в боротьбі за, там, за все, що там можна дописати, які одночасно відбуваються в Великій Британії, Франції, Сполучених Штатах. І це пам'ятна дата, яка належить до державних пам'ятних дат і дуже чисто виголошується. Ну, на сьогоднішній день вперше Росія залучена до цих урочистостей. І це вперше, тому що, як ми пам'ятаємо, в 18-му році в Москві і в Петербурзі були більшовики, які вийшли з війни. Ну, але якщо мова йде про те, що про що будуть говорити Трамп і Путін, ну, оскільки Путін буде говорити, звичайно, вже з Макроном і, очевидно, із британською прем'єркою, от, яка там, скоріш за все, буде, то тут є одна дуже важлива деталь. Що в цілому таке враження, що реакція Москви, попри там коментарі в пресі, офіційна реакція була доволі обережна. Ну, окрім цього, Міністерство закордонних справ підтвердило, що Росія може погодитися на зміну характеру угоди про ракети середньої і меншої дальності. От, і це фактично це крок, який робить можливу угоду з Трампом. Зрозуміло. А, пане Сергію, я прошу вас залишатися з нами на зв'язку, тому що я хочу долучити до нашої розмови ще одного співбесідника. Гаррі Табах, капітан першого рангу Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки в нашій студії. Гаррі, вітаю вас. Я попутньо розкажу нашим глядачам, що ви вчите українську мову, але краще вам все-таки російською, так? Так. Я сподіваюся, ви частково хоча б зрозуміли, так, про що говорив пан Толстов, що впервые, да, вот, пригласили Путіна на это мероприятие, но договорятся ли, да, Трамп с Путиным, потому что всегда внимательно следят за тем, как проходит встреча, сколько часов они говорят, даже сколько минут они говорят, да, доминутно. И если вспомнить историю этого договора, когда его еще Рейган подписывал, то тогда предыстория была тоже такая, что Соединенные Штаты, Франция и Британия были ключевыми игроками в Европе тогда, и СРСР была просто обязана, ну даже не обязана, под давлением этим
им пришлось подписать этот договор. Да. Ну, потому что это, эти ракеты, как, о которых мы говорим сейчас, они были направлены против Европы, а не против Америки. Да. Сегодня эти ракеты могут быть направлены и против Америки, потому что они могут располагаться на плавающих платформах, на кораблях, на подводных лодках. Поэтому они и опасность сегодня создают не только Европе, но и Соединенным Штатам Америки. Насчет того, что договорятся они с Путиным или нет, и будут сейчас ваш брат-журналист рассматривать каждую волосинку, кто как встал, кто куда посмотрел, кто первый протянул руку, кто... Мне кажется, что это все чепуха, потому что сколько договоров и сколько договоренностей было уже сделано с президентом России, они все были нарушены. Поэтому, ну, хорошо, договорятся, а дальше что? Я считаю, что Трамп не человек, который любит обмениваться любезностями, особенно приватно, и на публике тоже, похоже, нет. Я думаю, что он конкретно будет говорить Путину, что у того просто нет выхода, его загонят в угол. И если он не успокоится и начнет, будет продолжать это безумие, которое он начал, начиная с Грузии и Крыма, то сейчас Трамп просто надавит на Меркель, и Северный поток закроет ему. Они ему просто перекроют весь кислород. Вот действительно, да, встречаются эти лидеры, от которых, ну, не только зависит судьба этого договора по поводу ракет, а в принципе вектор развития отношений в Европе, Соединенные Штаты и Россия. Пане Сергію, питання до вас. Я думаю, ви чули, так, Гаррі Табаха. Ключові гравці Європи будуть говорити про це, але дійсно питання полягає в тому, що оскаржувати так чи переглянути цей договір вирішили в адміністрації президента Сполучених Штатів, в Білому домі. І чи не схоже це на те, що Трамп піднімає ставки для того, щоб змусити Путіна підписати договір, який в першу чергу буде вигідний саме Вашингтону? Ну, я теж думаю так, що є підстави, на якщо Москва зіграє розумно, то вони можуть вийти з цієї халепи, яка складається в зв'язку з можливою адміністрацією договору. Тобто, якщо Росія погодиться на те, що цей договір не стосується Азії, ну, я думаю, що тут є можливість. В міжнародному праві нема таких позицій, які не дозволяють коригувати договори. Потрібно. Тобто додатковий протокол, додаткова угода, модифікований договір. Тобто вони можуть знайти будь-яку форму, яка влаштує обидві сторони. Але, ну, знову ж таки нагадаю, що цей договір не стосується ракет морського і авіаційного базування. Він стосується лише сухопутних ракет. Тому очевидно, що коли, якщо головний інтерес Трампа – це Китай, то Росія може йти на те, щоб піти на певні ліміти в Європі, наприклад. Пане Сергію, я перепрошую, тобто виходить так, що в першу чергу Європа буде зацікавлена в тому, щоб і Вашингтон, і Кремль знайшли порозуміння в відношенні цього договору, або вони його продовжили і не було запитань до нього, або вони в Парижі сказали, що вони підпишуть новий якийсь. Я правильно розумію? Вони ще не підпишуть, але вони можуть принципово домовитися, тому що я вже дала сигнал, що вони не хочуть розміщення американських ракет, які за 4 хвилини з площі долітатимуть до Москви. Вони цього не хочуть. Цілком очевидно, що це і так в Польщі і Прибалтиці не було, і в Румунії не було військ. Багатонаціональних військ НАТО або американських військ. Зараз вони є. Так, але вони супер символічні. Але якщо там будуть ракети, то це, звичайно, суттєве погіршення безпеки Росії, пряма загроза. Зрозуміло. Ну, європейці в цьому, в цих переговорах поки що приймати участі не будуть. Це очевидно. Гаррі, Сергей сказал, что это не касается ракет, которые только это касается только наземных ракет, да? Угу, то, о чем вы говорили, что вот есть опасность для Соединенных Штатов, что это может быть какая-то морская опасность платформа. Опасность во всем есть. Опасность есть даже в гранате, которая без запала, она упадет вам на ногу, и у вас гангрена начнется, и вы умрете. Так. Во всем есть опасность. И я считаю, что эти переговоры будут общие в
целом. И они не только будут вводить в себя, включать Россию и Соединенные Штаты Америки. Угу. Потому что что Трамп говорит? Трамп говорит, послушайте, есть договор. Русский этот договор нарушают. Да. Они все равно делают эти ракеты в нарушение договора. Помимо этого договора, Китай, Иран, Северная Корея тоже разрабатывают эти ракеты. Они вообще не в этом договоре. Единственный, кто соблюдает этот договор, это американцы. И все это происходит за наш счет. Он говорит, в какой в этом смысл? Но Трамп же сказал, мы можем с легкостью делать то же самое. Мы можем делать те же ракеты. Конечно, мы с легкостью можем делать и такие же ракеты, мы можем противоракетные такие же делать. У нас достаточно экономика сильная, чтобы это сделать. Так почему мы единственные, которые к этому договору, следуем этому договору, когда все остальные или в нем не участвуют, или как Россия нарушает. А те, кто в нем не участвует, это как раз близкие друзья России. И Россия им как раз тоже помогает, как Ирану. Поэтому я считаю, что Трамп придет и ему скажет, знаешь что, ты давай сам веди себя порядочно и своих друзей придержи. Или иначе мы начнем эту гонку, и я вас просто экономически уничтожу. То есть будет гонка? Все-таки, или она уже есть? Нет, она уже есть. Она уже есть, потому что президент России все время показывает эти то мультфильмы, то угрожает, то теперь вот в рай все россияне пойдут. Кстати, я не знаю, ли вы заметили. Да. Кстати, как только он это объявил, вы знаете, что рай сразу начал думать, как вступить в НАТО. Как только узнали, что все россияне окажутся в раю. Поэтому... Это, конечно, уже началось, но пока что это риторика, но мы имеем дело на сегодняшний день, опять же, я считаю, что мы имеем дело с невменяемым человеком, с человеком, который тяжело болен. Путин. Путин. Хорошо. Пане Сергію, с приводу дійсно цієї заяви, так, про яку згадав Гаррі Табах, Путін, схоже, що знав, що Трамп підніматиме питання цього договору, і напередодні якраз вирішив сказати, що, знаєте, всі наші вороги, вони загинуть, ядерна зброя, ми потрапимо в рай. Чи є це підготовка певна свого населення з боку російського президента до того, що так, доведеться потерпіти, але заради того, щоб ми виграли гонку озброєнь. Знаєте, попередники наші програли Рейгану в 80-х роках, нам не можна програти її вдруге. Ну, взагалі-то психологи кажуть, що людина, яка віці понад 60, так дбає про тіло, точно не хоче згоріти в адському полум'ї. Так що з приводу Путіна, ну, мабуть, все ж таки, не слід займатися самообманом. Тут він, мабуть, любить себе набагато більше, ніж нам здається. Да? Коли брежнівське керівництво, ну, Горбачовське вже, коли політбюро погодилося на договір про РСМД, то вони розуміли, що за 6 хвилин, коли Першин летить з Німеччини до Москви, за 6 хвилин вони будуть потрапити до бомбосховища. Тому Путін, він грає так, він залякує громадськість, він залякує своє населення, він залякує Україну в першу чергу. Пане Сергію, дозвольте уточнити, ви кажете, він залякує. Це лише залякування, чи він дійсно в певний момент буде готовий не залякувати, а піти, запустити якусь ракету, вдарити по чомусь? Боб Вудвард, людина, яка написала книжку про Ватергейт, який написав зараз чудову книжку про адміністрацію Трампа, то він повідомляє таку конфіденційну інформацію, що російська сторона попередила Департаменту оборони Сполучених Штатів, що якщо в Прибалтиці виникне конфлікт, вони взірвуть тактичний атомний боєзаряд для того, щоб деескалаційна демонстрація, для того, щоб зупинити конфлікт. Наскільки є така теорія, що попри там всі паритети, не паритети, що якщо справді якась, ну, не якась країна, а Сполучені Штати або Росія, як країни, які мають відносно паритетні ядерні потенціали, якщо одна з них
дасть пряму загрозу застосування ядерної зброї або зробить навіть якийсь демонстраційний ядерний удар, ну, наприклад, з площею враження там 5 квадратних кілометрів і не більше, то це може зупинити конфлікти, змусити сторони перейти до прямих переговорів для того, щоб відвернути подальшу ескалацію. Пане Сергію, і ще коротке уточнення до вас. Ваш колега теж з експертного поля Олег Старіков говорив про те, що в даній ситуації найбільше виграють, якщо договір буде розірваний, Сполучені Штати, але Україна в тому числі теж може мати від цього позитивні дивіденди, тому що ми маємо потужні ракети, «Південмаш» працює, і ми готові робити ракети, які по дальності можуть перевищувати 500 кілометрів, які, власне, оце обмеження є в цьому договорі. Якщо цього договору вже не буде, Україна може отримати в себе в арсеналі ракети, які, скажімо, з Чернігівської області чи з Харківської, цілком спокійно можуть долетіти до Москви. Ну, тут є два моменти важливих. Ну, по-перше, «Південмаш», він, звичайно, може робити ракети, але на сьогоднішній день він намагається робити ракету дальністю до 400-450 кілометрів. Ну, по-перше, Україна, як і всі інші країни, не має права робити ракети дальністю понад 500 кілометрів. І на сьогоднішній день, ну, звичайно, оскільки нема грошей, то «Південмаш» фактично нічого не може виробляти, тому що навіть зразки, дослідні зразки тих ракет, які вже заплановано до виробництва, їх ще нема. По-друге, Сполучені Штати не розмістять ракети в Україні, якщо, скажімо, Україна не буде під парасолькою протиракетної оборони і протиповітряної оборони. Польща є під такою парасолькою, Румунія є під такою парасолькою. Ну, навіть умовно Балтія, країни Балтії, ну, вони є під парасолькою 5 статті Вашингтонського договору про НАТО. А Україна нема, нічого тут нема. Тому ракет тут, звичайно, не буде. От, ну, що буде потім, невдовзі або через тривалий час, ну, мені важко сказати, в перспективу вступу України до НАТО. Ну, пане Сергію, давайте хоча б дочекаємося 11 листопада, і за результатами вже зустрічі двох президентів будемо розуміти, як події розвиватимуться. Я вам дякую. Сергій Толстов, експерт з міжнародних питань, був з нами на зв'язку. Гаррі, вопрос к вам теж. Нет договора, представим, да? Все. Україна зможе создавати ракети, які із Черниговской, Харьковской, Сумской области смогут долететь до России. Это Черниговская область, 600 километров. Я сегодня смотрел по карте до Москвы. Ну, я надеюсь, что до такого не дойдет. Потом, знаете, сегодня Соединенные Штаты и НАТО так не мыслят, что каждая страна должна иметь свои ракеты, каждая страна должна иметь свои корабли, каждая страна должна иметь свои танки. В какой-то степени да, но все. Допустим, у нас сейчас был большой спор, что сколько кораблей, сколько фрегатов нужно в Украине, чтобы защитить Черное море, Азовское море. Так не работает больше, потому что в Черном море есть и Турция, есть и Греция, есть Германия. То есть коллективная безопасность? Да, конечно, коллективная. И каждый играет какую-то свою роль. И может быть, 3, 4 или 5 катеров Украине достаточно, чтобы играть в игру со всеми остальными, чтобы быть частью этой ударной силы. О катерах мы поговорим в Азовском море особенно, потому что мы ждем Айленд, да, но это будет после перерыва. Но то же самое с ракетами. Незачем Украине производить свои ракеты или свое какое-то оружие, которое уже существует, или какое-то противоракетное оружие. Допустим, у Израиля есть очень хороший этот Iron Dome. Но оно же стоит денег, его нужно все стоит покупать. Денег. А если ты сам это создаешь, оно велосипед может немного дешевле. Тоже, велосипед изобретать тоже не стоит. Тебе не надо так много тогда, потому что ты часть огромной коалиции. Израиль не часть коалиции. У Израиля есть только Штаты. Знаете, старший брат, хороший. Зачем еще какая-то коалиция? Неверно. У Израиля есть еще. У Израиля есть тоже так и Европейский Союз, и Германия, и Франция. Они все участвуют с Израилем во многих вещах. И даже Турция закупает у Израиля много вооружения, хотя у них сейчас тяжелый. Нет, Израиль не сам по себе, и не только Америка стоит за Израилем. Это такой мировой игрок.
особенно в том регионе. Поэтому я не уверен, что Украине это нужно. Я вообще надеюсь, что до такого не дойдет. Что у нас произошло в прошлом? Знаете, когда Советский Союз развалился, и вот все ядерное оружие надо было перевести в Россию и уничтожать, и вот эти договоры стали действовать, тогда Россия объявила что? Что у них денег нет уничтожать это оружие. Наклепать-то наклепали дофига этого, этого убийственного, смертенесущего оружия. А уничтожить у нас денег нет. И тогда Америка сказала, хорошо, в договоре мы будем уничтожать и наше оружие, и ваше ядерное оружие, и носители этого ядерного оружия за наш счет. Вот сейчас, я думаю, надеюсь, что до этого не дойдет. Дойдет до того, что опять мы будем развооружаться. Сейчас наклепаем дофига вот это, этой дряни, а потом Россия развалится на несколько опять. Потому что я считаю, что империя продолжает разваливаться. Развалится на несколько стран. Опять будет несколько ядерных, вот это разбросано по всему, и мы будем в Америке начнется, как мы это все соберем. И как мы будем уничтожать. И опять, за чей счет это будет происходить? Вот Трамп, например, он воюет экономически. Он не военный человек, у него мозги не стоят. Он всегда говорит, я вас могу победить экономически. Просто раздавить экономически, потому что я управляю долларом. По сути, он этим занимался всю жизнь. Всю жизнь, да. Гарри, каждый знает то, что он знает. Владимир Владимирович знает, как запугивать, вербовать, шантажировать. Да. И он занимался этим всю жизнь. Каждый делает тем, чем он занимался. Хорошо, ми продовжимо. Після нетривалої перерви, тому Гаррі Табах залишається в нашій студії. Залишайтеся і ви разом з нами. Ми продовжуємо наш ефір. Гаррі Табах, капітан першого рангу військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, в нашій студії. Гаррі не зовсім досконало розуміє українську мову, тому мені доведеться перейти на російську. Гаррі, по поводу Курта Волкера. Он сказав, що теж збирається в Україну в ноябрі. Не назвав точну дату. Что-то мне подсказывает, что это будет, наверное, после 11 ноября, да, как это мы знаем, бывает. Но в силу того, что, о чем мы говорили в первом блоке, да, что Курт Волкер сказал, что он поддерживает создание в Европейском Союзе представителя от Европарламента по делам Крыму, Крыма и Востока нашей страны. У меня складывается вопрос. И еще давайте вспомним, он говорил, что каждые два месяца будут санкции против России со стороны Соединенных Штатов. Все не совсем поняли, как это и сколько это будет длиться, да, потому что, ну, где-то же есть эта грань и какие это будут санкции. Но то, что он едет сюда, то, что Трамп с Путиным будут договариваться, то, как вы охарактеризовали обоих, да, в предыдущем блоке, что вообще происходит? Вот понятно, что что-то за кулисами происходит. Но что? Да. Знаете, где-то 2 года тому назад у вас в студии меня тоже спрашивали про Трампа, вот что Трамп думает, что Трамп знает о Украине. Я тогда сказал, вы знаете, я думаю, что Трамп вообще ничего про Украину не знает. Ну, наверное, тогда он и ничего не знал. У него это где-то там номер 47 было. Единственное, что, может быть, он знал, что его жена откуда-то из этого района. Ну да, это примерно все, что он знал. На сегодняшний день, я думаю, что Трамп очень много знает и очень заинтересован в Украине. Не только потому, что он заинтересован в Украине, но потому, что ему нужно вот работать с Путиным. И то, что приезжает господин Уокер сюда... Это не Уокер приезжает. Уокер, он, в принципе, волонтер представлять Трампа и, да. Трампа, и идеи Трампа, и видение Трампа. Поэтому он сюда едет, потому что Трамп хочет, чтобы он сюда посланник? Ехал. Это посланник. Это посланник президента, который волонтером пошел на эту работу. Да. По-моему, он не получает никаких денег за это. И я так думаю, я не буду настаивать на этом, но мое впечатление, что он не получает зарплату за эту работу. И Трамп его посылает сюда, чтобы он показал идею Трампа, в том числе, насколько важна Украина сегодня, что она важна для Европы, не только для Америки, что санкции будут вводиться постоянно, пока... школьник не исправит. Знаете, будем ставить двойки, пока он не выучит урок. И, может быть, в конце семестра он все-таки сдаст на тройку какой-то предмет, не знаю. Но это послание, все, что говорит Уокер, это говорит Трамп. Вот такой, понимаете, оказался агент Путина Трамп в Америке. Так. Что сегодня мы видим и с Северным потоком, и с Саудовской Аравией, и с Ираном, и со всем остальным, что Трамп делает совсем не на руку друзей, ну,
Путину. Просто смотрите, вот Путина. Ряд просто событий, да, фактов. Волкер едет к нам очередной раз, и он рассказал, как продвигаются дела насчет переговоров с Сурковым. Говорит, никак. Никак, да. Вот как бы все. Потом Штаты перебросили рекордное число боеприпасов в Германию. И вот эксперты думают, это холодная война уже или просто логистика. Тоже вспоминаем, да, Париж, 11 ноября, ждем. И возле границы с Россией мы видим самолеты-разведчики Соединенных Штатов. Тоже мало не каждый месяц мы фиксируем, что они летают. Они смотрят, что происходит на Донбассе, они смотрят, что происходит в Черном море, Азовское море. И в целом границу России и с западным миром. То есть, получается, я человек не военный, но кажется, понимаю, что Трамп готовит какие-то факты, которые он может положить Путину и сказать, смотрите, мы вот это видим. Да. Вот фотографии, знаете, вчерашние фотографии. К сожалению. Но до сих пор это не работает с Путиным. Вот. А он говорит, нет, это не мы, нет, это не докажите, хорошо. Нет, это... Хорошо, Трамп может просто посмеяться. Но что тогда Трамп готов сделать? Если вы говорите, мне понравилась ваша фраза. Вы сказали, что Трамп, он человек, который давит деньгами. Бизнесом, да. Хорошо, готов ли Трамп задавить Путина в этой каденции президентской, и своей, и Путина, потому что у Путина больше запас, да, на года два, как минимум. Ну, у Путина народ более смирный, у нас, видите, бунтуют против Трампа. Трампа осталось всего-то два года этого президентства, а дальше мы не знаем, дальше как мы не знаем. Но готов ли он это сделать? Потому что, смотрите, Украина – это большая дыра денежная для России. Крым. Донбасс. Но если решить эту проблему, получается, в России будет больше денег. И финансово не получится ее задавить. Я не думаю, потому что Россия больше зависит от цены нефти. Я думаю, 90% от всего из-за Ирана и из-за Саудовской Аравии. Я думаю, что Трамп больше всего следит за этим. Но я еще думаю, что какой план может быть сработать? Когда, опять же, я был у вас в студии несколько лет тому назад, я сказал, что Украина никогда не вступит в НАТО, потому что из-за пятого параграфа, потому что для этого Путин и начал все это. Извините, я читал этот параграф, там нет. Оспаривание границ, оспариваемые границы, то в НАТО вступить не может страна. Поэтому и Грузия не могла вступить в НАТО, поэтому Украину Путин завел это, чтобы Украина не смогла... Это же не то правило, которое нельзя нарушить. Правильно. Вот вы отличный журналист. Я очень редко журналистам даю комплименты, честно вам сказать. Поэтому меня редко приглашают. Но вы очень хорошо заметили. Это правило, которое можно изменить. Это правило, которое не всегда надо соблюдать. Допустим, Израиль тоже не может вступить в НАТО, потому что есть оспариваемые границы. Но... я думаю, что Трамп нашел, как обойти это. И сейчас он будет делать так и вести переговоры с НАТО. И Уокер тоже, я думаю, здесь поэтому сказать, что мы можем принять. Хорошо. Сделать исключение и принять Украину в НАТО. Почему? Я вам скажу. Потому что в НАТО все должны проголосовать «за». Да. Все. Лихтенштейн, Латвия, Эстония, все. Почему с Россией было так сложно в НАТО? Потому что Литва или Эстония говорили, мы против, и все, все это закрывалось. В данном случае, я не думаю, что кто-то проголосует против Украины. Ну, у нас есть проблемы с нашими западными соседями. Это такие. То есть, можем ли мы считать... У них больше проблем с Россией, чем с вами. ...что Трамп при встрече с Путиным скажет, а вот если вы не готовы, тогда мы начинаем процесс... принятие решения о том, что Украина в ближайшее время, может, до конца моей каденции, будет членом НАТО. И тогда мы тоже под этим зонтиком. Да. И перестану присылать вам доллары. Новые такие, красивые. Угу. Будете пользоваться старыми. Отключение от свифта? Старые они там не принимают. А у вас тоже старые. Ну да.
Хорошо, Гарри, спасибо вам за этот разговор. Гарри Табах, капитан первого ранга військово-морских сил Сполучених Штатів, був в нашій студії. Що ж, ми продовжуємо наш випуск. Ще багато є новин, які ми не встигли вам розповісти, і, власне, виправимо це прямо зараз.